наш город. Это наше лицо. Это наша совесть. Сохраняй чистоту. Живи с энергией. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Рика ТВ. Энергия удачи. Осень продолжается, и сентябрь подходит к своему завершению. На календаре 25 сентября, и мы вновь приветствуем всех энергичных. А если вы не энергичный, то включайте Рика ТВ или нашу страницу открывайте в Ютубе и смотрите «Энергию удачи». Ну как прошла-то осень, Екатерина, рассказывай. Ну, еще сентябрь прошел отлично. Все замечательно. Но это радует. А вот как нашу осень проводят участницы, потому что их трое сегодня, мы вам расскажем совсем скоро в нашем игровом шоу. Остановитесь на Красном, проспект Цинкбай-Батыра, 72. Актобе – энергия. Актобе – патриотизм. Актобе – порядок. Нам есть чем гордиться. Твоя энергия. В эфире «Энергия удачи». Катя, я думаю, что сейчас самое время познакомиться с нашими сегодняшними участницами. И давай им поаплодируем. Давай. Как ты считаешь? А они поаплодируют всем телезрителям, которые сегодня смотрят наш эфир. Давайте знакомиться. Так, меня зовут Асель. Асель. Так, Асель включилась, мы в игре. Рассказывайте, Асель, как осень-то, первый осенний месяц-то провели? Как учеба, вообще, как дела? Первый осенний месяц прошел довольно-таки легко, так как пока что все еще привыкают к новым учителям, и особой нагрузки нету. Адаптация. Адаптация, да. Как говорится. А вот скажите, какой предмет больше всего вы любите? Я люблю тот предмет, на котором можно ничего не делать, если честно. Браво, браво. Как зовут вас? Меня зовут Арайло. Чем вы занимаетесь? Расскажите, как учебные будни проходят-то? Отлично. Я учусь в 11 классе. Я очень рада, что заканчиваю школу. А не боитесь сдавать ЕНТ? Нет. Нет? А какой самый сложный предмет по ЕНТ, который вас больше всего, наверное, пугает? Никакой. Никакой? Даже история Казахстана? За все выпуски программы я слышу от человека, который говорит, никакой, вы отличница? Нет. Нет. Ну, довольно, видно, скромная такая девушка у нас. Но я думаю, сегодня проверим ваши знания. Здравствуйте, меня зовут Карина. Здравствуйте, Карина. Карина, рассказывайте, как у нас в школе дела обстоят? Сейчас у меня идет период адаптации. Я очень долго привыкаю. Слушайте, я думал, только люди, которые прилетают из дальних стран, адаптируются. А тут раз тебе, и кажется, ученики тоже адаптируются. Ну что ж, молодцы. Вы что думали? Но вы сейчас здесь адаптировались уже, нет, в студии? Конечно. Конечно, Каролы. Да. Да? Да-да-да. Асель? Ну, здорово. Итак, значит, за каждый правильный ответ в нашей игре по выбранной теме вами вы получаете денежный приз. Та участница, которая набирает наибольшее количество правильных ответов, мы ей предлагаем участвовать в суперигре. Главный приз – это 10 тысяч тенге. То есть никаких оценок, никаких баллов, как на ЕНТ, а только ваши знания и отличное настроение. Готовы? Да. Да, не пойдет. Вы готовы? Да. А давайте узнаем, какие темы ждут нас сегодня в эфире 25 сентября. А сегодня у нас страны мира, история древнего мира, 12 месяцев, математика, музыка вокруг нас и тема «Присмыкающиеся». Вот так вот, девочки. Асель, начинаем с вас. Какая тема вам близка? Выбирайте. Так, 12 месяцев. 12 месяцев. В каком месяце появляются на свет люди под знаком зодиака Лев? Август. Ой, молодец. Да, Ралы, это действительно август. Вот как раз-таки у меня был день рождения в августе. Ну, выбирайте тему. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Угадывай музыку, и кто же исполняет эту песню? Кэти Перри, да, да, сели. Это действительно Кэти Перри, ваш ход. Асель, страны мира. Столица этой страны известна своими красными автобусами. Лондон. Столица. Англия.
Нет. Англии. Великобритания. Великобритания. Ай, Оселя, да, 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 Оселя. Великобритания, совершенно верно. Ну вот, не могли, денежная единица, кстати, фунт стерлингов, это страна, расположена на острове, как вы сказали, Великобритания. Выбирайте тему. 12 месяцев. 12 месяцев, хорошо. 31 число этого месяца американцы традиционно отмечают Хэллоуин. Октябрь. Да, октябрь. Скоро-скоро совсем наши тоже будут отмечать Хэллоуин. Самый страшный праздник. Давайте, выбирайте. Математику. Математика. Итак, тройка лошадей пробежала 30 километров. Какое расстояние пробежала каждая лошадь? 30 километров, совершенно верно. Выбирайте, Сели. История древнего мира. История древнего мира. Внимание, вопрос. Как называли правителя древнего Египта? Фараон. Фараон, да. Правильно. Молодец. Аралым, выбирайте. История древнего мира. Аралым выбирает историю древнего мира. Итак, где жили греческие боги? На Олимпе. На Олимпе, да. Аралым, на Олимпе, выбирайте. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Слушай музыку. Глаза как небо синие. Фамилия у меня с птицей связана, маленькой птичкой. Воробьев? Воробьев, да, да, Алексей Воробьев, верно. Аралы, выбирайте. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас, продолжаем. Тоже исполнитель. Очень знакомый голос, если да, честно. Да, конечно, знакомый голос, Оселя. Конечно. Да. Варианты ответов хотите нам? Сергей Зверев. Нет, не Сергей Зверев. Давайте Зверев. Варианты не настолько. Варианты ответов, хорошо. Это Макс Барских. Макс Барских. Никто не получает, потому что все одновременно ответили. Это действительно Макс Барских. Итак, у нас переход хода к вам. Карина, выбирайте тему. Страны мира. Страны мира. В какой стране вы бы хотели побывать? Я? Да. В Китае. В Китае. Почему в Китае? Потому что мне нравится больше культура. Ну хорошо, история. Желаем вам заработать денег в нашей программе и поехать в Китай. Эта республика находится в Африке, язык арабский. По территории именно этой страны протекает большая часть реки Нил. Египет. Египет, совершенно верно. Вы были когда-нибудь в Египте? Нет. Нет, а вы? Нет. А вы? А вы? Тоже нет. Как нет? Катя, вы же любите загорать вон в сентябре с таким загаром потрясающим. Отлично. Ну, я желаю вам побывать в Египте, там очень красивое. Спасибо. Красное море и очень-очень красивые кораллы и рыбки. Выбирайте тему. Музыка вокруг нас. Продолжаем музыку, поехали! Серебро. Молодец, группа Серебро, совершенно верно. Выбирайте тему. Кораллы. 12 месяцев. 12 месяцев. Итак, в фильме «Мэри Поппинс. До свидания» звучит песня по Брадобрея. Это было прошлым летом, в середине... Января. Молодец, Кораллы. Да, это в середине января. Верно. Аралы. Страны мира. Страны мира. Ай, давайте страны мира. Эта страна расположена на одном целом материке. Корень названия этой страны или материка... переводится как южный. Австралия? Австралия. Первая была Оселя, это действительно Австралия, да. И не дали даже дочитать мне до конца текст. Оселя, давайте, выбирайте. Так, 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 так. 12 месяцев. Ай, давайте 12 месяцев. А какой месяц является восьмым по счету? Август. Август. Кажется, Карина первая была. А, Карина была первая. Ну что ж поделать, я же опустил сценарий еще. Где она этот вопрос-то вытащила? Да, август, Кариночка, правильно. Аплодисменты. Карина, выбирай. История древнего мира. Конец сентября, а меня как будто, вот знаешь, в отпуск отправляет, да? Так, значит, история древнего мира. У нас эта республика расположена на острове в Центральной Америке. Столица этой республики Гавана, язык испанский. Мечта попасть. Куба. Да, Куба, молодец. Подумала и решила. Страны мира. А давайте страны мира. Эта страна находится на скандинавском полуострове. В столице этой страны жил Карлсон. Она граничит с Данией, Норвегией и Финляндией. Что это за страна? Эта страна находится на скандинавском полуострове. В столице этой страны жил Карлсон. Помните такой, который варенье ел, да? Да? Не помните. А помню вариант ответа. Варианты ответов. Это Куба, Швеция или Мадагаскар? Швеция. Да, первая была у нас Орелы. Это Швеция, правильно.
Музыка вокруг нас. Продолжаем последний вопрос в этой теме. Слушай. Варианты ответов это Катя Лель, Юлия Савичева. Первая была у нас Асель. Асель была первой, это действительно Юлия Савичева. Хотя Карина чуть-чуть опередила. Выбирайте Асель. Страны мира. Страны мира. Имейте в виду, что музыка вокруг нас, музыкальный вопрос, тема закрыта. А страны мира мы продолжаем. Итак, эта страна расположена на острове. Ее столица Антананарюву. Она расположена около юго-восточной части Африки. Только в этой части земли водятся лемуры. Мадагаскар. Да, Мадагаскар. И на этом тема страны мира у нас тоже закрыта, исчерпала свои вопросы. Остается история древнего мира, 12 месяцев математика и присмыкающийся. Присмыкающийся. Давайте, животное, символ бессмертия в Китае, по вашей теме. Бессмертие? Дракон? Да. Дракон. Нет. Нет, змея. Нет. Аселя, попробуйте ответить. Такая медленная. Кто же это? Не подсказываем, девочки. Животное, символ бессмертия в Китае, это спансерим. Черепаха. Молодец, правильно. Аселя, да, черепаха. Выбирайте. 12 месяцев. 12 месяцев, хорошо. Именно в этом месяце девушкам не рекомендуют выходить замуж, иначе их ждет тяжело. Май. Да, правильно. Май. Смотри, какие молодые, уже знают. Чтобы, как говорят, не маяться, да? Выбирайте. Наверное. Присмыкающийся. Присмыкающийся. Итак, моргают ли змеи? Нет. Молодец, нет, не моргают, действительно. История древнего мира. История древнего мира. Как называется город в Римской империи, уничтоженный извержением вулкана в 79 году до нашей эры? Неверный. Можно еще раз? Давай. Помпеи. Помпеи, молодец, да. Вопрос очень сложный, я бы не ответил. Да, выбирайте ролы. Математика. Математика. Итак, название знаменитой детской песни про таблицу умножения. Дважды два четыре. Выбирай оралы, следующую. Математика. Утверждение, которое не доказывается. Аксиома. Молодец, аксиома, да. Математика. Математика. В каком городе стали впервые измерять углы в градусах? Вавилоне. Молодец. Выбирайте. Я не успеваю записывать за оралы. Так. Математика. Математика. На какой фигуре стояла девочка на картине известного художника Пабло Пикассо? Шар. Шар. Девочка на шаре. Выбирайте тему. Математика. В семье 7 братьев, у каждого по одной сестре. Сколько детей в семье? 8. Да, молодец. Слушайте, нереально просто. Темы так и так. Так, хорошо. Тема у нас закрыта остается. Математики остается. Следующая тема – это 12 месяцев. История древнего мира и присмыкающийся. История древнего мира. История древнего мира. Итак, сейчас это здание представляет собой руины, а при его открытии в 80-м году нашей эры это был самый большой римский стадион. Колизей. Колизей. Первая была у нас Аселя. Девочки, не выкрикивай, мы это действительно Колизей. А время летит незаметно, и у нас осталось всего 3 темы, по которым можем задать еще вопросы. Начинаем считать деньги. Да. Как настроение, смотрю, ты только считай, ведешь счета. Посчитаем, вернемся. Порадуй себя. Удиви гостей. Покажи чистый город. Правильное освещение в магазине «Энергия». Это проект «Энергия удачи». Как всегда, моя напарница Екатерина, менеджер торгового дома «Энергия», сейчас просто подсчитывала, чтобы ни в коем случае ни одна сумма не осталась у нас без внимания. Ну, Катюш, тебе слово, подводи итоги. Так, мы посчитали. Асель набрала 4000 тенге. Арайлы набрала 7500 тенге. 7500 Арайлы. И Карина набрала 1500 тенге. 1500, Карина. Ну что ж, как говорится, битва есть битва. И сейчас я предлагаю вам, Аралы, 7500 вместе с Катей. Точнее, мы вам предлагаем увеличить сумму до 10. Готовы это сделать? Либо 7,5, либо 10. Но имейте в виду, если вы неверно ответите на вопрос супер игры, а тему вам будет выбирать Асель и Карина, не мы, чтобы было все по-честному. Ваша сумма вся сгорит, и из нашей студии вы уйдете... Шиш вам расскажет, как. Да. Ну, наверное, буду играть. Будете играть. Уверены. Давайте поаплодируем нашей участнице. Искренне красиво. Аселя, какую тему вы выбираете? Присмыкающийся. Присмыкающийся. Вы какую тему выбираете? Согласна. Согласна? Да. Скажите, я выбираю присмыкающийся. 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 Итак,
Хорошо, у вас будет ровно одна минута подумать. Какое животное является символом мудрости? Время пошло. Орелы. Какое животное является символом мудрости? Можно говорить? Если вы знаете, но имейте в виду, на кону 10 тысяч. 7,5 – все, вы уже, возможно, проиграли. А может и нет. Не подумайте, что мы злые тут ведущие. Нет, мы абсолютно не злые. Иногда, конечно, бывает в других программах злиться приходится. На то, как деревья вырубают, асфальт до сих пор делают. И так далее. Как вы думаете, вот кто вообще, какое животное является символом мудрости, а? Змея. Молодец! Совершенно верно. Совершенно верно. Вы получаете, Оралы, 10 тысяч тенге. Аселя, Карина, спасибо за участие. Ждем вас еще в наших передачах, уже в октябре месяце. А вас попросим, Оралы, остаться, потому что у нас далее розыгрыш и победитель, конечно. Мы его будем определять с помощью лотереи от торгового дома «Энергия». Актобе – энергия. Актобе – патриотизм. Актобе – порядок. Нам есть чем гордиться. Твоя энергия. Итак, дорогие друзья, каждую неделю мы также подводим итоги лотереи от торгового дома «Энергия». Сегодняшнее воскресенье, 25 сентября, не исключение. Итак, моя напарница Катюша сейчас держит шар, в котором находятся отрывные купоны. Ваша задача, Орелы, вытянуть только один. Итак, кто же это будет? И номер купона, который одерживает победу, сегодня становится... 02-2-487. Итак, победителем этой недели становится участник, у которого есть такой же купон с таким же номером. Это 02-2-487. 02-2-487. От всей души вас поздравляем с выигрышем. Уже завтра сможете забрать свой приз в торговом доме «Энергия». Ну и, конечно же, если вдруг вы не успели посмотреть программу, вы ее всегда сможете увидеть на канале в YouTube, на сайте rikatv.kz и также на сайте торгового дома «Энергия» dinar.kz. Катя, передаю в твои надежные руки. Орелы, еще раз поздравляю. Вам желаю хорошего октября. Дорогие друзья, наши следующие выпуски программы вы сможете увидеть уже в октябре месяце. Желаем вам отличного настроения, хорошего воскресного вечера и увидимся уже в следующее воскресенье на Первом городском. В Актобе можно жить. В Актобе нельзя сорить. Наведем порядок на наших улицах.